кукурузка. Сейчас нашим цыпочкам покушать возьмем зерна, дробленки, такая крупорушка. Им есть что поесть. Запасик. Овощи. Ты там что, работаешь? Что, Ромашка, без контролера никак, да? Что здесь мама привезла? Ну как я могу с базара приехать? Без вот такого вот перца. Надо он мне, не надо. Но пройти мимо нельзя. Никак нельзя. Даже Ромка подтверждает это. Сейчас самая лучшая пора. Сухо на улице. Рынок обалденный. Цены еще лучше. Вот этот вот перец по 30 гривен. Обычный 20. Помидоры 20 гривен были вчера. Так, перчик чили, конечно, подороже. Я в прошлом году очень много его закрыла. Уксус и мед. Больше ничего. Кусочками порезала и залила уксусом и медом. И яблочным уксусом. Пополам. Вот. И вот такие вот баклажаны. Красавцы просто. Все пахнет, да? И какой же рынок обойдется без покупки таких арбузов? Тоже уже последние арбузы. Помню, как Саша привозил из Астрахани арбузы в соломе. Такая гора была. Закупку делал для предприятия и домой тоже привез арбузы. И там был в соломе ежик. Ежика этого загрузили. У нас тогда в коридоре был. Вот. Так что у меня на выходные теперь есть работа. Что-то законсервировать, что-то просто заморожу теперь. Вот помидоры не кондицию я уже порезала, проварила. И сейчас блендером просто перебью. И вот такую баночку снова наложила помидорчиков. Засолить просто, соленой водой залить. На ходу, буквально на ходу нажарила пирожков с горохом. Суп варила. Ну, что гороху пропадать? Будут пирожки. Вот. Вкуснющие. И самая главная покупка вчера была. Вот такая вот баночка. Таких вкусняшек для мышей, для крыс. Будем проверять качество. Очень похвалили. В магазине, в котором комбикорм продается, зерно. Очень похвалили, что у них уже нет этих нашествия такого мышей. Буду надеяться. Уже разложила приманки. Только, пожалуйста, осторожней с этим ядом. Скачет, скачет. Беги. Где ешь? Так, а мы пошли с пирожками. Блендером пробила томат.
пусть немножко проварится. Завтра буду лечик делать. Так, теперь сварим быстренько такой ужин на скорую руку. Сварю немного макаронов. А пока они будут вариться, разогрела сковороду и сделаю такую котлетку, соус из сезонных овощей, которые есть. Такая красота. Немножко цукини, чеснок, перец. И добавлю туда томатного соуса, томатного сока, который варится. Так, и здесь немножко у меня такого в морозилке сала, ну, как бекон. Будет что-то а-ля по-итальянски. Уже красиво. А теперь макароны. У меня альденте. Варятся здесь. Идем почти по графику. Макароны настоялись. Такие сочные. Такие яркие. Настоящее осеннее блюдо. И в довершение натереть немного сыра. Любого. У меня здесь брынза сегодня. А вот теперь вуаля. Пробуем. Даже сыр немножко тянется. Все как положено. Кто сейчас ужинает, всем приятного аппетита. Тихого, спокойного вечера. Уикенд. Пятница. Доброй, уютной ночи. И легкого пробуждения. Как это вкусно. Очень рекомендую. Приготовьте такой соус для макарон. Вам не будет скучно.